Коноплянка слева. Пораньше может быть расстаться с мячом. Но Стринич не должен останавливаться. Видите, отдал, остановился. Коноплянка, передача вперед. Удар поворотом. Гол! Да, все-таки он выпилил этот пас, Евгений Коноплянка. В командной игре участие побольше бы. И вот этот пас. И опять-таки Зазуля. Он сегодня падал. Где-то выпрашивал, где-то сбивали, где-то давал арбитр, где-то нет. Но ни одного раза не было, чтобы он не поднялся и не побежал дальше. Очень характерный эпизод. Были ситуации, когда вот все. Ну, а вот здесь он доборолся до конца. И хотя Безотосный с первым ударом Зазули справился, форвард Днепра продолжил бороться из тяжелейшей ситуации. Я не буду называть это акробатикой. Вот, потому что это не под куполом точно, да, а на довольно грязной уже траве. Хотя я слова плохого не скажу про поляну. Допустим, Днепр проиграет дома. Команда высокотехничная, а поле никуда не годится. Тоже, к слову, вопрос, почему...